На чешском паркете черно-белые долго не затягивали и нанесли сокрушительный удар уже в первой четверти. Пока баскетболисты Пардубицы пытались пристреляться к собственному кольцу и придумать, как обойти оборону гостей, нижегородцы произвели трехочковый залп. Не успели чехи опомниться, как стартовая четверть завершилась практически двукратным преимуществом нижегородцев 14-27. В замешательстве хозяева встретили и вторую четверть. Первые очки чехи смогли набрать только по истечении 4 минут, и то со штрафной линии. В этот момент нижегородцы могли еще больше увеличить разрыв в счете, но, увы, эта четверть за чехами 12-13. После большого перерыва преимущество нижегородцев продолжило расти. Черно-белые вновь отметились 3 точными попаданиями подряд. Перед заключительной четвертью в активе Нижнего Новгорода было уже на 20 очков больше – 44-64. Шансов на победу у чехов не оставалось, и они фактически прекратили борьбу. Встреча завершилась со счетом 85-57, тем самым нижегородский клуб квалифицировался в регулярный сезон Лиги Чемпионов. В первой встрече, проходившей дома, БКНН также одержал победу 92-84. Счет по сумме двух встреч 177-141. Горожане в рамках квалификации провели 6 матчей и только однажды потерпели поражение в домашней игре против греческого Ариса. Черно-белые уступили всего 2 очка.